Добрый день, дорогие друзья, с вами Дукит, канал World of Games. Сегодня мы поговорим о том, как нам вернуть игру в Steam, если она не понравилась, то есть вернуть за игру деньги. Ну, начнем с того, что деньги, как сказать, надо вернуть игру в течение 2 недель. Ну, есть такой маленький нюанс, то, что вы должны в нее поиграть не менее двух, ну, не более, вернее, 2 часов. То есть у меня был такая ситуация, что я купил игру, я уж не помню, какую игру. И она, то есть я поиграл в нее, все там. Мне она. Ну, короче, не понравилось. Не понравилось то, что там она была еще сырая, то, что она только. Короче, просто не понравилось. Вот. Я ее, как бы сказать, подал за заявку на возврат средств, но мне не вернули, потому что я играл более 2 часов. Ну, так мне написал Steam. Так что я имею в виду, то есть, вернее, я хочу сказать, что надо вернуть ее не позднее 2 недель, то есть это срок, как вы купили. И если вы поиграете не менее 2 часов. Так, ну куда лучше ложить деньги? То есть куда деньги, куда. Короче, куда, чтобы вам деньги возвращали. Я сделал такую маленькую ошибочку. Я возврат средств попросил на карту. Блин, ни в коем случае, я не знаю, ребята, если вы платили карты, не. Ну, лучше заберитесь на кошелек Steam, потому что на Steam они приходят быстрее, то есть в течение там какого-то, ну, буквально там сразу выпадали, дня 2-3 они на Steam вам приходят, даже может день. А на карту чуть-чуть совсем по-другому, на карту будет идти вам в течение 30 дней рассматриваться, то есть вам придет ответ, то что да, мы рассмотрели вашу заявку и у вас средства, то есть мы вернули вам ваши средства, то есть подали заявку на возвращение ваших средств. Но дело в том, что вся процедура это будет проходить в течение 30 дней. То есть это очень долго и нудно, и боюсь, это, ну, никому не понравится. В принципе, по крайней мере, меня это не устроило, но мне деваться некуда, поэтому мне придется подождать. Ну, в принципе, это, наверное, все, что я хотел сказать по поводу возвратов. Вот, потому что многие пишут, я хочу напомнить, что многие пишут там в течение 2 недель тебе возвращают деньги. Ребята, в течение 2 недель они возвращают, да, если вы в течение 2 недель подали заявку, но если вы играли более 2 часов в эту игру, то боюсь, вернее, скорее всего, вам эти деньги не вернут. Так что имейте в виду, если игра не понравилась, сразу посмотрели, сразу определите для себя, будете ли вы оставлять эту игру или будете в нее играть дальше. Вот, ну, спасибо всем за внимание, с вами был Дукит, канал World of Games, до новых встреч, кому это видео помогло, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и все, до свидания.